Всем привет, с вами Саяварим. Мы будем проходить бесконечное лето мод под названием Ловушка без изъяна. Я прочитаю такое описание, и вы поймете все в этом. Конец каждой истории – это новое начало. История Ловушки без изъяна берет свое начало с оригинальной концовки Ювала Рута. По стечению обстоятельств, либо по чистой случайности, в лаги попадает главный герой истории Максим. Ему предстоит разобраться, где все-таки он находится, кто друг, а кто предатель и какой враг стоит за всем этим. Ну как можно думать о плохом, когда вокруг тебя красивые девушки, солнце, вода, пляж и море новых эмоций. По этому описанию могу вот что вам сказать. Будет полная жизнь. В некотором случае будет такое, ну как всегда, весело, романтика, все такое. А потом будет полная жесть, когда он знает, кто же стоит за все этим. Ну, мы все знаем, что стоит за все этим там мастер, который... Нет, да, мастер. Первый попал в этот лагерь и стал управлять всеми этими лагерями, все такое. Но мне интересно, кто же там главный пройти. Ладно, нам просто жми. Да, честно, заебись он сделал. Вау, мне это нравится. Прям реально как бы запускаем компьютер. Такая жаль, что это энергия не такая мощная, да. Сейчас я почувствую XP-шку включим, блять, Windows XP, блин. Во! А, во! Я твой двач труба шатал, блин. Нормально. Ну ладно, начать игру. Давай, Максим, посмотрим, что у тебя происходит. Вдруг стало так пусто. Словно дым от костра. Мир улетучился от легкого дуновения. Был автобус, был лагерь. Было, как казалось, родное плечо. Сейчас нет ничего. Однако, она помнила последний момент, как Симон уснул. Она прижалась к его плечу сильнее, чтобы не отпускать. Но он ушел. Сколько с тех пор прошло? Несколько секунд, час, может неделя. Но она все так же держала пустоту, надеясь, что когда она снова откроет глаза, то увидит его. Слеза скатилась по щеке и упала вниз. Вниз, в бездну непроглядную синеву. Глупо, подумала она и шмыгнула носом. Наконец, Юля решила встать. Но и стоять тут особо было нечем. Ты не можешь уйти, ты привязана к... Я знаю. Юля быстро перебила его, не желая слышать очевидных вещей. Что произошло? Все исчезло. Семён покинул лагерь, битки остановились. Терпатина существует, машина стала. Нет человека, нет ничего. Юля безучастно, сузочно смотрела в пустоту. Да, и куда ты тут еще смотреть? Она молчала, а потом выдавила из себя улыбку. Ну попробовать стоило? Не дома, это было очень глупо с твоей стороны. Знаю. Молчание длилось несколько минут. Голос как будто отходил куда-то по делам. Ладно, необходимо начать все заново. Нужно перестроить архитектуру, переписать роли и начать заново. Да. Ты проявила слабость. Это на тебя вообще не похоже. Что с тобой случилось? Простите. Она поколебалась секунду. А где он сейчас? Он покинул лагерь. Точнее, все его воплощение со всех витков. Ушел не только он, но все его проявления. И все проявления трех проявлений. Те проявления. Он будет жить у себя? О, да! Его мозг просто перегружен. Сейчас он потерялся себе. Он проснется, очнется в своей комнате. На этот раз действительно. А меня он будет помнить? О, обязательно. Ты подарил ему незабываемые эмоции. Местами, конечно, перестаралась. Может, даже теперь он станет другим. А, то... Все, я понял тебя, в каких некоторых местах перестаралась она. Юля улыбнулась. А готовит он вкусно. Голос не ответил на это. В любом случае, мы не можем использовать его снова. При вызове он просто не ответит. Зачем нам нужен новый? Да, я уже подыскал кандидата. Нужно скорее начать перестройку. Юля покачал головой из стороны в сторону, напряженно думая. А мы не должны его подождать? Мы только что пережили такой удар. Нет, невыносимо смотреть на эту темноту. И если бы ты тогда не совершил ошибку, ты, считай, все испортила.
А, блин, все. Глаза Юли налилась кровью, а кос спушилась трубой. Это ты во всем виноват. Как бы тебе отгрызло ухо. Впустил бы меня с ним, и дело с концом. Это я умоляю. Ты прекрасно понимаешь, что я не сделал это. Это просто невозможно. Она дышалась, немного и успокоилась. Ее лицо вновь ничего не выражало. А думав все, Юля смиренно кивнула. Да, давай сделаем все по новой. Кто он? Голос не отвечал несколько минут, похоже, вовсю занимался делами. Бесконечно синева перешел в движение. Заиграли новые краски. Раздавались случайные бессвязные звуки. Откуда-то очень далеко волнами расходился мерный гул вибрации. Давай больше без близости, а то это плохо кончается. Юля лукаво улыбнулась. Ну не знаю, а умеет готовить? Ничего на свете не происходит просто так. Даже кошки не рождаются, как говорит моя бабушка. Но объяснить то, что случилось со мной тогда, я до сих пор не мог. И почему я, а не какой-нибудь Семен с соседнего подъезда? Но это случилось со мной, а значит теперь мне нести этот груз на сердце. Груз ответственности в первую очередь. И не только за себя. Но подумай только, недавно я шел, не знал, что это вообще такое. Ответственность. Каждый момент времени я мечтал или, наоборот, боялся, что все это закончится. Говорят, что все имеет свое начало и конец, как книга. У каждого есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги. И, конечно, конец. Ну, почти у каждой. Ну, давайте по порядку. Пролог. Где-то в лесном муравейнике. Нормально. Меня зовут Макс, мне 23 года. Та самая пора, когда ты должен был уже определиться, кем ты будешь, начать свой жизненный путь. Но я как будто бы устал идти по своему пути. Устал от работы, от друзей, учебы. Устал уже где-то лет 7. Устал и сел передохнуть в такое удачно стоявшее рядом компьютерное кресло. С тех пор я отдыхаю, то есть стою на месте. В то время как мой уровень растет день ото дня. Какой уровень? Это не важно. Уровень в MMORPG, уровень скилла в известном шутере или уровень владения джойстиком или геймпадом. Я играю во все. Ходил ли я учиться? Конечно, я закончил 11 классов, даже ударно. Поступил в другой город институт. Съехал, наконец, от родителей. Проучился с горем пополам первый курс и подкосился на второго. Игры были интереснее лекций, а кричать на товарища микрофон важнее, чем зачетная пара. Однако родители считали, что я прилежно учусь, взялся за ум. И оплачиваю мое существование в четырех стенах. Я не сказал им про отчисления. Это было так глупо, почти по-детски. Но чем глубже я погружался в свою ложь, тем сложнее было что-то исправить. Мне было стыдно, честно, поэтому я пошел работать. Сразу бы я ничего не умел. Немного занимался программированием. Сложно. Делал 3D модели. Нудно. Даже попробовал делать музыку. Скучно. Я написал пару рассказов, но ничего успешного. Вот так я живу. Меня взяли в какую-то кафешку официантом. Денег мало, но мне хватало. В кафе работала девушка, студентка того же вуза, из которой я вылетел. Мы мило общались, но пригласить ее куда-то мне не хватало духу. Да и куда? То у меня лежит ковер из грязных носков, окна заставлены бутылкой из-под газировки, а то вон, компьютер слева сиял как полированный. А вывести его в ресторан не хватает денег. Они ведь мне на игры. Она как-то посоветовала почитать мне книгу. Же книги. Вы читали когда-нибудь книги? Вот ты читаешь ее, переворачиваешь последнюю страницу и видишь корку. А вот тебе предали. Еще хуже, убили. Да, даже хуже. Как будто играл в игру, а она на самом интересном месте словила баг. И тебя выкинул в главное меню. Ты ничего не можешь сделать. В лучшем случае, перепройти все еще раз ровно до того самого баганутого места, чтобы вылететь вновь. А главное, это осада. Осада горной породы. Целая литосфера плита, которая как бы навязничает облокотиться на твое сердце. А, не означает облокотиться на твое сердце. Ну ладно. И давит, давит, давит. Давит до тех пор, пока совсем не вгонит тебя в тоску. Пока волчья жизнь запачкана таракана, действительно не почувствуешь, что такое депрессия? То раннее утро я стал в том самом поганом настроении. До трех ночи я дочитывал ее книжку, которая мне даже не понравилась. А на работу к 7.
Но книга сделала свое дело. С точностью Рональдо запустил мне депрессию в девяточку. В левый верхний угол моего предсердия. Каждый угол моего дома напоминал мне о никчемности моей жизни. С этими веселенькими мыслями мне предстояло выйти из дома ровного года. Да-да-да-да. Я шел по заснеженным улицам с кислой миной. Жизнь хуже некуда. Работа не радует. Ничего, кроме играть, не умею. Да еще спать хочу после этих александровских щений. Стоя на остановке, я пошел по карману в поисках сигарет. Эх, да, я давно уже бросил. Я за эти мысли не заметил, как подошел мой автобус, и я, воткнувшись под ней свой шарф и заткнув на уши наушниками, сел на свободное место. Вот так, каждый день, отгородившись от реальности, я созерцал разноцветные пейзажи городской жизни на окнах. И нет, и пейзажи за окном были серые. Просто кто-то разрисовал окна баллончиками с краской, отвысили под мерный гум, который всегда клонится к сну. Сквозь наушники кажется, будто ты сидишь на огромном рыбачьем коте. Недосып дал себе знать, глаза сильно слепались. Я их прикрыла. На долю секунды. Открывает такое. Я вздрогнул. В автобусе было душно, не хватало воздуха. Какие-то оры, крики. Голоса пробивали даже толстую звуковую защиту моих наушников, которые я любил включать на полную громкость. Я решил посмотреть, кто так галдит, что перекрикивает мой плейлист. Автобус был полон каких-то детей. Они кричали, кидались чемоданами, кто-то играл в карты прямо на салоне. Какая-то молодая девушка, их учительница, видимо, пыталась занять толпу. И куда смотрит? Куда смотрит кондуктор? Видимо, какая-то школа ехала на выставку, в театр и еще куда-то. Мне было неинтересно, голова еще не прояснилась до сна. Дышать было тяжело, голова гудела. Ну ничего, пойду на своей остановке, сажусь, станет прохладно. Я присоединился к окну автобуса, а шарф послужил мне подушкой. Перед тем, как снова заснуть, я отметил про себя, что краски на окне как будто стали ярче. А такой... Что, блин? Автобус остановился на остановке. Дети начали вытекать в двери, словно адская кричащая масса. Они пихались, стараясь подтиснуть свои чемоданы. Было душно. Прошу уже несколько минут, и автобус не двигался. Меня кто-то дернул за плечо. Я недовольно повернулся, приоткрыв один глаз. Та молодая учительница стояла надо мной и что-то говорила. Только и смог подойти. Я все еще не слышал ее из-за наушников. Электронная музыка ухала мне в уши, как обдолбавшийся филин. Крик, который пропустил через ревербратор и еще сотни фильтров. Я думал, что она меня будет, чтобы я не проспал остановку. Какая забытая девушка. Нормально. Я махнул рукой, прикрыв глаза. Давай не поешь ты, я знаю, что делаю. Большая практика. Я снова закрыл глаза и свернулся к комбо. Насколько это возможно на автобусе сидении. Но училка не унималась, она все дергала меня за куртку. Что за приставучая? Тут до меня дошло, она хочет, чтобы я вышел. Я что, до конечной проспал? Я испуганно посмотрел на нее. Я схочу, сбросив наушники. А я не мог проспать смену. Нужно как можно быстрее сесть на обратный рейс. Может, это автобус сейчас развернется? Водитель скорее. Два прыжка я перехнул через салон и добрался до водительского кресла. Но там никого не было. Как? Ну да. Я обернулся на учительницу, которая шла на меня с сердитым взглядом. Она начала выталкивать меня из автобуса. Подождите, у меня рюкзак, телефон, наушники там. Давай, Макс, как не сильно. Все тебя только и ждут. Я молил ее остановить, но все тщетно. Она побеждала. А тебе интересно, что тебя назвали по имени? Ну, не по своей воле, я ступил на землю перестановкой. Там было много детей, многие разговаривали друг с другом, смеялись, но большинство смотрели на меня. Как же болела с просонья голова. От всех этих переживаний пострелился ручами с головы. Я кинул рассеянным взглядом толпу, затем посмотрел на их учительницу. Чего все остались? Я на работу опаздываю, пустите сумку забрать. Неприступна стена в виде женщины в белой рубашке и каким-то старомодным красным галстучком, как у пионера, возвышалась между мной и дверьми. Я было подумал, а легко ли она одета для начала весны, но в этот момент двери закрылись. Раздался треск коробки передач.
Да постой же ты! Сумка! Телефон! Автобус тронулся, хотя я колотил по железному борту этого монстра. Никакой реакции. Он даже не притормозил. Я бежал за ним столько, сколько мог. Но разве не догнать машину? Даже если этот старый Икарус. Я даже не знал, что в нашем городе есть такие старые машины. Водитель, похож, тоже же старый. И значит, как можно не услышать мои крики отчаяния? Мне казалось, я докричался до небес. Но не до этого водителя. Автобус уплывал вдаль, а я упал на колени на асфальт. Вот капал крупными каплями с моего лица, а я никак не мог отдышаться. И это после каких-то 100 метров. Постой, асфальт? А где снег? Как же, черт возьми, жарко. Голова закружилась, дышать стало совсем сложно. Я снял шапку, но вместо холодного спасительного ветра я почувствовал палящий жар, разливающий по голове. Голову через лицо прострелило настолько острая боль, что мне пришлось сжать зубы. Это совсем ненормально. Ну вот, приехали. Это же инсульт, точно инсульт. Я в интернете читал. Глаза покраснело, затем потемнело. А мне ведь всего 20 лет, успел подумать я. И мир плыл куда-то далеко и надолго. Яшкин ты кот, бля. Поле. Там был там постер был совёнок. А какого фига взяли из основного, так сказать? А, точно, блин, все вспомнил. Что-то я сам забыл, что я читал. Про основной. Это слышите. Мне стало как-то, знаете, как-то. Я просто то, что прочитал описание, потом понял сам, что это мы как из основного, ну, основной истории, так вот это все происходит, как всегда. Что я вообще про это забыл сейчас? Ага, там орут какие-то. Там, как говорится, просто после хорошей концовки ебал орут. И знаете, такое самое смешное, появится такое ихнее название. Ну. Появилось. Ладно, это как-то немножко странно сейчас. Ну ладно, пускай. Как автор захотел, пускай. Ладно. Вопреки моим ожиданиям, я очнулся. Что-то я как-то странно очнулся. Я лежал на какой-то кровати, голова болела, кровь стучала в висках. Прекрасно, я пропустил рабочий день. Никто не предупредил, поселился ВИЧ в автобусе, я еще инсульт схватил. Не открывая глаз, я ощупал голову. На ней была мокрая прохладная тряпка. Я великолепен. Где-то в комнате открылась дверь, и я услышал голос той самой учительницы. Ну что, какие вести? Хренов 200! Как видите, приходит в себя. Перегрелся на солнце. Солнечный дар, понятное дело. Похоже, в автобусе было душно. Так, пионер. Похоже, что говорят со мной. Я открыл глаза. Передо мной сидел врач со странными глазами разного цвета, а в дверях стоял тот сербер в юбке, который не дал мне забрать мои вещи. Что? Где вещь моя? Где я вообще? Успокойся, пионер. Я вел врач в лагере. Ты получил солнечный удар. Тебя доставили медпункт. Я не понимаю, что ставился на врача. А, мы уже знакомы, Макс. Я Ольга Дмитриевна, ты меня помнишь, верно? Она настолько сочувственно посмотрела на меня, что мне стало не по себе. Они что, считают, что я кукушка поехала? Да и кто здесь поехал, если они меня с кем-то перепутают? Честно, человека из автобуса вывели. Я заметил ее на пионера прошлого века и скривил губы в ухмылке. Это у вас косплей, что ли, такое? А не холодно для зимы? Ольга вмиг посмотрела на врача. Еще не отошел. Я пошлю за вами, как станет полегче. Ну, с меня хватит. Вы меня простите, но мне нужно попасть к начальнику, а то уволят.
Скачив с кровати, я направился к выходу. Я ухожу. Я поднял одну бровь и со невозмутимым видом спросила. Прямо в трусах пойдешь. Оглядев себя, я пришел к выводу, что в трусах все же не надо. И тут мне попался пейзаж за окном. Духота, яркое солнце и бушующая зелень. Я не понимаю, что ставится на Ольгу Митру. За ее спиной уходила дорожка прямо средь высокой сочной травы. Пришло время мне сесть на уголок кровати и подумать. Я несколько раз открывал беззвучный рот, пытаясь хотя бы начать задать вопрос, но его было очень сложно сформулировать. Тогда сделал самое вопросительное лицо, на которое я способен и решился. А я, собственно, где? Макс, ты в лагере Савёнок. Вместе с нами приехал на автобусе. Смена уже началась. Стоп! Она назвала меня по имени, а я не помню, чтобы представлялся. Откуда приехал? С вами. Из райцентра, конечно. С глупой саркатичной улыбкой я качал головой, как Гэндальф на всем известной гифке. Сука, я понял. Ты пропустил линейку и завтрак. Сейчас уже обед будет. Но ты пока лежи. Тебе кто-нибудь принесет. Вот поесть — это хорошая идея. Животе уже слегка урчало от голода. Но меня все же беспокоит мысль о том, что на работе меня все еще ждут, а я так туда не позвонил. Зато теперь могу сослаться на плохое самочувствие взять больничный. Ольга Дмитриевна развернулась, чтобы уйти, и я поспешил спросить ее вслед. А позвонить есть откуда? Тут нет, только в райцентре, конечно. А если найду, промелькнул мне в голове. Я пойду обедать. Ты не шари тут. Пионер. Девушка строго в больничном халате посмотрела мне в глаза, ухмыльнулась и вышла из лазарета. А мне осталось, сука, невидящим взглядом ставится в окно на картину палящего зноя. Как же такое возможно? Шел на автобус зимой. Ну что-то не так. Например, все. Я же не в игре, чтобы мне портануло куда-то на юг. И почему на юг? Я даже не уверен, где нахожусь. Все эти пионерские галстучки, много детей. Где я? В Артеке, что ли? Даже там так, по-моему, не девается уже. Я смотрелся. В Артеке политических деятелей на красном фоне. Красный флаж. И точку поставил журнал приема больных на столе врача в каком-то старом дедовском кожаном переплете. Нет-нет, так не бывает. Это казалось не просто другое место, другое время. Или все же такой косплей, историческая реконструкция. Господи, куда же меня занесло и насколько далеко от дома? Я вообще стараюсь как можно меньше выходить на улицу, а тут? Вдруг очень захотелось домой, а на глаза пытались навернуться слезы. Это несколько поразило. Я-то не испытывал сильных эмоций, и тут мне пробрало. А только потеряться во времени, как во всех этих фильмах, и мне не выбраться. Инстинкт приказал броситься обратно на остановку, в автобус. И прочь сюда. Обратно свои четыре серые стены и к окну к свободной интернете. Где я связан со всем миром. И одновременно одинок как никто. Меня здесь определенно не должно быть. Дверь тихонечко постучали. Я понял, что все еще сижу в трусах на краю кровати, схватившись за железный подоконник. Подожди. Можно! Я прикрылся простыней. Дверь открылась, и на пороге показалась девочка-пионерка. Она улыбнулась. Длинная коса свисала с ее плеча, а на другом плече она несла одежду. Она принесла обед на подносе. Привет. Меня Ольга Дмитриевна поручила тебе обед принести и форму выдать. А то на линейке ты ведь не был. Меня Сави зовут, то есть Славяна, все меня Сави зовут, и ты зови. Она улыбнулась очень естественно и искренне. Сейчас редко увидишь таких улыбок. Ее добродушие было заразительно, уголки губ невольно поползли к ушам. Я никогда не получал на фотографию, когда просили улыбнуться. Всегда выглядел глупо. Ты как себя чувствуешь? Лучше уже? Глаза красные? Да, да, спасибо, уже все хорошо. Моя голова была настолько наполнена мыслями, что казалось, сейчас польется через край. Но вид пионерки несколько успокаивала. В ее компании как будто сидишь в гостях. И тебя очень ждали. Однако я должен был спросить. А автобус тут следующий когда будет? Не знаешь? Повесил, смеясь. Как тогда? Только когда смена закончится? Я, похоже, и правда в лагере. И никакая это не реконструкция. Какого пекаря я тут делаю?
Она, заметив мой отсутствующий взгляд, подошла. Что ты, бледный? Ты бы пока не вставал. Забрав тряпку с моего лба, она вышла из домика. Затем вернулась и положила ее обратно. Она тяжела. Вот! Приятная прохлада очень помогла выйти из оцепенения. Я... Спасибо. Свая снова мне улыбнулась и положила руку мне на плечо, заставила лечь. Мне еще делами надо заниматься, а ты еще лежи, поправляйся. Затем она ушла. Я провалился в забытие. Процесс восприятия информации завершен. Настало время обработки. Но прежде чем информация перейдет через оперативно-памятную жесткий носитель моей черепной коробки, она должна пройти жесткую цензуру. И я в пионерлагере. Я сам пионер. Кто совершил эту ошибку? Я застрял тут и, похоже, надолго. Ни телефона, ни автобуса, ничего, что помогло бы сообщить на работу или хотя бы родным, где я. Я вспомнил красные флажки. Хотя, какая работа? Вдруг это и правда другое время, и мое кафе еще даже не открыли. Неожиданно я отметил, что дышать стало гораздо легче. Я стал четче видеть и чувствовал себя менее разбитым, чем обычно. Сначала я сослался на чудный свежий воздух, но настолько целебный еще ни один воздух не был. Хлопнули ставни на окнах. Я открыл глаза, но никого не увидел. Должно быть ветер. До моего носа наконец дошел аромат столовской кухни. Небольшой приступ ностальгии захватил мой разум. Перерыв между парами, с утра ничего не ел, все бегут в столовку. Это была самая дешевая, самая обычная столовая. Но в тот момент это было райским местом. Сидя на кушетке, я накинулся на еду. Было очень вкусно. Картошечка пюре после годовой борщ-пакетной диеты с колой показалась просто верхом кулинарных способностей. За обедом было решено. Позвонить я тут, похоже, не смогу. Так что можно и смотреться, куда я попал. Может, еще смогу добраться на попутке. Либо только встать. Я встал. Сил возвращаясь ко мне, и я огляделся в поисках своей одежды. Моя одежда в медпункте не оказалась. Да и чего я хотел? Обратно шапку надеть. Рядом висел комплект пионерской формы, который принесла Саве. Действительно, не в трусах же идти. Одевшись в пионерскую форму, я отметил, что она мне как раз. Шито как по заказу. Это либо невероятная удача, либо вселенский заговор. Одежду и на себя я даже в больших магазинах отыскивал с трудом. Галстуки я никогда завязывать не умел, поэтому просто повезу на руку. И покинул эту стартовую локацию. На улице вовсю жарил полдень. Деревья бушевали своей пышной листвой, на окнах прыгал солнечные зайчики и запах травы и цветов повсюду. Это было прекрасно. В своей повседневной жизни, скорость которой уже давно превысила физиологические рамки, я никогда не останавливался, чтобы просто посмотреть вокруг. Мир оказывается так красив, когда не бежишь за уезжающим трамваем, на встречу с друзьями или в магазин, который закрывается через 10 минут. Дорожка была всего одна, по ней я и решил идти вперед. Я вышел к домикам пионеров. В лагере повсюду кипела жизнь. Пионеры, бегая от домика к домику, смеялись, разговаривали. В общем и целом, выглядели вполне нормально. Похоже, что в этом лагере только я один не знаю, что делаю. И кто меня сюда закинул? Один из пионеров толкнул меня в плечо, проходя мимо. Я не придал этому значения, совсем бывает. Но не успел прийти и пару шагов, как кто-то схватил меня за рукав и грубо развернул. Ты чего? Передо мной стояла девочка с забавной прической. Она была довольно привлекательной, если не искажала, если не искажала злобное лицо. Ты! Я мысленно обратился к девяти богам. Что? Чё я сделал-то? Ты чё не смотришь, куда идёшь? Вопрос интересный и по делу, ведь я только и делал, что глазел вокруг. Ну надо что-то делать, не стоишь же как вкопанный. Девочка подошла ближе. Ну, чё замолчал? Разум получил порцию когнитивного диссонанса. Хотел сбежать, но в то же время это же девочка, я не могу проявить слабость. Все, что у меня получилось, это изобретательница строгость. Знаешь что? Не получилось. Но получить жалобность примесью отчаяния. Прости, не бей. И. А. Заебись. Девочка тут же сменила гнев на милость. Даже как-то быстро отошла. Так-то, сказала она беззлобно. Значит, новенький, да? Меня Алиса зовут. Будем знакомы. Я Макс. Привет.
Она хмыкнула, продолжив свой путь, бросив через плечо. Увидимся еще. Фух, ну и девчонка. Нрав у нее какой-то крутой. Надо взять на заметку, что нарываться с ней не нужно, а то и поучить недолго. Хотя я и не собирался оставаться тут надолго. Однако сейчас я ясно понял, что совершенно не знаю, куда идти. Люди сновали туда-сюда, и я даже не успел кого-нибудь спросить. Все слишком были заняты своим багажом, размещением и заведением новых знакомств. Да, заведением новых знакомств. Правда, не со мной. В этой кровесной системе пионеров я чувствую себя инородным телом. Стало немного жутко. Инородные тела ведь уничтожают. Ты что, блин, говоришь такое? Петля по дорожкам, интуитивно пришел к автобусной остановке. Все тут было, как и тогда. Площадка, где строились пионеры, среди шин на горячем асфальте. Но только автобуса там не было. По моим подсчетам, завтра выходной. Так что у меня еще есть пара дней в запасе, чтобы разобраться, как уйти отсюда до понедельника. В конце концов, могу и пешком уйти, рано или поздно куда-нибудь приду. Я бы и сейчас просто пошел по этой дороге впредь, вдаль. Но сейчас у меня до сих пор дрожат колени, видимо, еще не отправился от падения. Да и нехорошо ходить, никого не предупредив. Меня испугала собственная мысль. Я еще до конца не разобрался с работой, а уже волнуюсь, что меня тут потеряют. Эти люди общаются со мной так, будто знают меня 100 лет, и я их сверстник. А не больной бородатый парень, затуальник на попечении родителей. Я привычным движением тыльной стороной руки почесал подбородок. Ух, гладкий и мягкий, как шелковая ткань. Что? Как это произошло вообще? Боже, зима! Как? Крюк улетел по дороге дальше поля. Леса и луга. САС по Вудином зоне. Ты чего раскричался? Отлично, еще один представитель местной фауны. Я обернулся. Ты чего орешь? На гвоздь наступил, что ли? Она звонко смеялась, как будто эта шутка выиграла золотого кивина. Да, можно и так сказать. Так, дуй в медпункт, дурачок. И убить Дмитрий скажи, а что получишь от нее? Да как-нибудь в следующий раз. Или, может, скажу, а ты знаешь, где Ольга Дмитриевна? Девочка подмигнула и расплылась в улыбке. А ты мне что? Ну вот тебе и квесты подъехали. Я вздохнул. А чего ты хочешь? Она заправила от радости. Значит, поможешь. Точно, точно. Меня Оленка зовут, кстати. Максим. Так, слушай, дело пустяк. Как по копейке. Отнеси это в третий домик и положи на окно. Она еще из-за спины помятый пионерский галстук. Третий домик. Окошко. Ну ладно, что, давайте посмотрим на это смешное представление. А что, если... А что, его кто-то потерял, что ли? Оля быстро закивала, все так же улыбалась. Да-да, потеряли. Нашего, вот. Ну, не сложно, вроде, давай. Как только я взял у нее галстук, она пулей мчалась в закат. Правильнее сказать, в полдень. А я пошел обратно к домикам. Раз сделал задание, надо делать. Дошел я до домиков и обнаружил горькую правду. Домики были не пронумерованы. Да. Такое развитие не предполагал. Хочешь, не хочешь, придется спрашивать дорогу. Я остановил какого-то странного пионера. Уж больно задорно он улыбался. Оля. По сути, уважаемый, не подскажешь, как пойти в третий домик? А, привет. Меня никто не зовут. Ой, секунды, ступор. Все понятно, простите. Я уж собрался ходить. А тебе зачем? Там я Шуриком живу. Или ты к нам в клуб записываться пришел? Куда? В смысле нет, у меня тут. Я вот сейчас команду галстук. Мне сказали, что потерял кто-то из вас. Да, мой-то вот. Разве только Шурик. Он разглядывал галстук в своих руках и хотел сказать еще что-то. Кажется, всем рядом со мной послушался вздох, удивление с привкусом ненависти. Кто-то из-за плеча вытянул галстук прямо из рук электроника. За моим плечом стояла та самая Алиса. Только рубашка у нее была надета довольно вызывающим образом. Так это ты? Я нет, ты не так. Ты два чел... Что? Ой, кажется, сейчас будет минус один. Да я не то сказать, как то хотел. Он посмотрел на меня в надежде на подкрепление. Но нужно правильно выбирать себе союзника. Поэтому я выбрал себя. Поджал губы и предмыслил, ладно, а я тут ни при чем, мне осталось только отойти.
Инстинкт самосохранения парня работал как надо, оценив шансы, он рванул к какой-то площади. А если понесло за ним, лишь прошипев мне с дороги. Во всяком случае, Ольга Дмитриевна, я заметил сам. Она задала задание пионерам. Ольга Дмитриевна, я тут это... С возвращением, Макс. Правильно, нечего весь день лежать. Настоящий пионер всегда стремится к труду. Если антоним слова пионер, я, наверное, он. Я прибегаю к труду только когда все другие пути не дали результата. Труду, да я еще как-то себя не очень. Ольга Дмитриевна смотрела на меня со своей строгостью и ее вожатской натуры. Да мне же жить еще негде. Спасительная мысль пришла неожиданно. Честно говоря, ночевать я здесь не собирался. Вечером был уже и домой пора. И так приключений на всю жизнь хватит. Да, верно. Она задумалась. Но все домики уже заняты. Только мы и свободная кровать. Ее и займи. Иди, разбирай вещи. Потом должно быть свободное время. Ну ты приходи, я найду чем тебя занять. Ага, сейчас. Какие вещи? Уже сумку мою. Все, так много всего нужно сделать. Вот тот домик твой. Пожалуйста, поспешно удалилась. Сложно было не заметить одну странную вещь. Как только речь заходит о моей сумке, все меня тем или убегают. Словно ее и не видел никто. Точнее, старается не замечать, будто ее и не было. А также моя зимняя одежда. Кстати, где она? Ведь никто даже не спросил, почему я так одет посреди лета в лагерном автобусе. Может, они ко всему так относятся, что не вписываются в их привычный уклад жизни. Например, любопытный... Я, который никак не хочет прижать свою пионерскую пятую точку к кровати, а ходит и задает какие-то вопросы. Это странно. Как запрограммированные. А чего тянуть? Ну, проверь свою теорию. Я остановил пионерку, которая тащила какие-то книги в тележке. Чего тебе? Я тут подумал, забавно, ведь когда после Нового года в документах пишешь, что по привычке не тот год. Так вот, я тут напутал, сейчас чувство каковое. Девушка посмотрела мне как на идиота. По делу, надо было придумать что-то похитрее заранее. Не слабо тебе солнце шарахнуло. Точно, знаешь, что-то не валит до сих пор. Наверное, еще не отошел от удара. Но ты мне можешь помочь? Так, что за дата-то сейчас? Ты чего пристал, дурень? Иди к мозгоправу обратись. Документы ему посреди лета заполняет. Гробо отдохнув мне с дороги, она отправилась по своим делам. Чего не прояснилось. А то я так не получил. Хотя подкат действительно оставлял желать лучше. Придется этот вопрос оставить на потом, а сейчас надо оценить, где меня поселили. Дом выглядел так, как я себе его представлял. Обычный деревянный лагерный дом с деревянным скрипучей дверью. Пройдясь ради, нужно отметить, что покрашен дом был аккуратно, да и вообще выглядел прилично. Я бы хотел отдохнуть в нем с друзьями денек-другой у озера. Хотя, с какими друзьями? А, давайте мы, конечно, это... Очень интересно. Вот загвоздка в том, что другой персонаж, другая, все происходит по-другому. Такой хороший небольшой квестик был. Точно, если честно. Ладно, ну что, давайте увидимся на следующем видео. Всем пока. Это была модификация. Я поражаюсь своей головой, если честно, потому что. Я думаю, все это время крутилось, а потом бац, еще. Ладно, ловушка без изъяна. Так что давайте.